удовольствием сегодня дочитала последние страницы книги. Очень рада знакомству с Дмитрием. Очень интересная книга, познавательная. Очень интересный человек, очень интересный спектакль. Поэтому рекомендую всем и читать, и посещать этот спектакль. Каждый найдет что-то интересное для себя, подчеркнет то, что ему необходимо самому в своей жизни проработать. И я благодарна этому миру, что я познакомилась с Дмитрием, с его книгой и с этим прекрасным спектаклем. Спасибо огромное. Ребята молодцы. Все очень жизненно, все очень интересно. И видно, что очень все сделано с душой. Молодцы. А вот диссонанса не было между тем образом, который вы себе представляли, когда книгу читали? Нет, что касается моего взгляда именно на это произведение и на ту постановку, которая вот в данном интерпретации идет, тот образ, который я себе сложила, главным героем его жизни, полностью совпадает с тем, что я сегодня увидела. Здорово. Спасибо вам большое, да.